Всем привет еще раз. Пробую снимать с телефона. Ну, море вам особо там не увидно. Ого, тут кобелюка тоже какой плавает в море. Посмотрим. Кондиционеры валяются. Мы в районе Челентано. Лавочку смыло. С телефона даже может лучше снимать, да? Сюда на спортивную не так много мусора-то и занесло. Идем по набережной. Здесь тут все плывет. Здесь тут все плывет. В прямом смысле этого слова я иду по воде. Вот такие бетонные блоки для моря ничего вообще ничего не значат. Водички сантиметров 15, наверное. Слушайте, телефон-то лучше берет, чем даже камера. Ну, в принципе, я это знал. О! Уклончик, наверное, надо было делать. Небольшой хотя бы. Прям море! Навес, сами видите, вывернуло вообще. Скорее всего, будут переделывать ребята. Попадос нехилый. Плавают доски, видимо, отсюда их и посносило. Вы помните, там в районе причала самого плавали большие бревна. О, видели там, что творится? Вот так вот сюда и приходит вода. Она здесь выломала все, нафиг это море. Эти доски, они поплыли туда дальше. По течению. Ролставни скрыты. Пивасик, пивасюля. Что там, дальше не проплыть, ребят? Проплываем? Да не, я вот думаю, оно мне надо или нет. Там дальше уже по сапоги. По сапоги? Да, я уже заплавил. Все, я туда не пойду, ну и нафиг. Ну, направо ты его. Да я знаю, знаю. Посох мой. Нормально. Ладно. Все плавает, ребят. Вы видите сами, парень сапоги уже набрал. Волна на набережной. В прямом смысле этого слова пошла волна. Бревна, которые служили защитой, теперь плавают. Так, ну а мне надо будет переждать волну, прежде чем куда-либо податься. Аккуратно. Свежая порция водички. Причем, как я вам говорил, это уже не эпицентр шторма. Эпицентр шторма уже прошел. Блоки надо ставить такие, как у тополя. Пойдемте в обратную сторону посмотрим. А потом вернусь снимать с телефона там, в район причала. О! Смотрите, какая вышка наблюдательная. О! О! Поплыло. Все поплыло. Меня повело. Ну, скажу вам так, что я видел последствия посерьезнее, если честно. О. Так. Хорошо, что не набрал. А ведь мог и набрать.
Давайте посмотрим, что там, в той стороне. Тут парни явно дежурят. Причал там. Причал, как видите, обесточен. Море показывать вам не берусь. Вот, вот это мудрое решение. Вы его все равно не увидите. Ну, скажу так, там, где еще вчера лежали люди, отдыхали. Уже все, не полежишь нифига. Мешки особо не спасают. В районе отделения полиции, в районе отеля «Шторм», который так и называется. Галька морская. Смотрите. Сантиметров 10, наверное. Не успели доделать. Балясины. Как зубы какие-то прореженные. Вот они плавают. Даже эти большие блоки, судя по всему, хотя нет, наверное, нет. Мусорки плавают. Ну, сами все видите. Нет, нет, да одна волна, как из-под сарая, как говорилось. Грифон клюнул. В прямом смысле этого слова. Представляете, какой мощи было, что грифона повалило. Кафе «Кураж». Ну, стекла хотя бы не побило, и то хорошо. Не знаю, что ребята не убрали зелень свою вот эту вот. Или побило стекла. Не, вверху, да, потресканные, пробило. Двери выломало. Вот, разбитое стекло. Все туда ушло. Увидите, как это бывает. Хорошо, что в сапогах. Пойдемте отсюда побыстрее. Ну что, друзья, заканчиваю этот ролик тоже. Сейчас, наверное, включусь еще раз с телефона, потому что с телефона чуть-чуть поинтересней. Посмотрим набережную, опять же, и тут, и там. Сейчас доплывем. Центральный пляж Лазаревский, он прямо здесь. Всем доброе утро. Привет из Лазаревского.